Вечер добрый всем любителям футбола. С вами комментатор Роман Леонтьев. Добро пожаловать на Вернадку Парк. Пари Суперлига F. Ответные полуфиналы сегодня. И за шаг до финала команды готовятся к этому матчу. Я еще раз напомню, что скоро мы разыграем деньги. А подожди, вот удар по воротам, он в своего попал. В Калижанова, да, попал. Friendly fire называю я такие штуки. Калижанов оказался не в том месте, не в то время. Ух ты, какой момент. Так, где мяч? Выбить бы его. Да, Тринитатского выше ворот, ну и здесь от ворот показывает Александр Филимон. Где Мана, спрашивает? Мана на скамейке. Догнал мяч? Нет. Или что? Да, догнал и бьет. А, там Александр Филимонов говорит, что он не слышал, подсказывает бокового резервного арбитра и, соответственно, аут все-таки. Какой обрез. И здесь уже в атаке Евгений под правый переложил. Троих на себя собрал, а удар получил. А почему бы не пробить с левой? Вот был же момент для удара. С лету-то можно, даже если она не рабочая. Не знаю, ударов действительно не хватает. Вертикальная передача, скидка, Кутуз, обратный пас, Кутуз, штрафной удар в ближний. Здорово разыграли. И здесь уже Швагерев на месте в шпагате переводит мяч на угловой. Бирюков у мяча, у него классно правая, он будет в створ ворот. Вот это то, что нужно. Просто попади в створ, желательно плотно, так, чтобы вратарь не забрал мяч намертво. Передача под лицевую линию неплохо. И вот здесь нужен был обостряющий пас Мускит, как второй темп. Удар в ближний угол и не точно. Титан выходит из обороны, передача вертикальная, мяч под соперника, продолжается атака Рома. Удар здесь достаточно неплохо, ближнюю 9 выцеливал. Ну что ж, мы продолжаем. Вернадка Парк, Пари Суперлига F. Еще 2500 рублей в этом матче обязательно разыграем. Первого победителя поздравляем еще раз. Муса, тебя с победой. Зимченков, Киселев, удар, дальний угол, гол! Есть первый гол в этом матче. Голевая передача Зимченкова и гол Киселева. Кутуз ликует. Поагрессивнее пошла игра. Нарушение правил. Самарин тоже уже в деле. И он уже в стенке. Удар рядом с дальней штангой проходит. Достаточно опасно. Чувствую Евгеньева. Рома показывает, что должен быть угловой. Но вот здесь спорить не берусь. Сразу же, естественно, играет поагрессивнее. Вот дальний удар, но не точно. Что у нас там в чате происходит? Как люди-то на гол реагируют? По свободную зону. И вот Бирюков, у него есть простор. Классная передача. Зачем нужна была еще одна передача? Вот для чего? Почему не бить самому? Заброс, скидка, борьба на втором этаже, и здесь похоже, что фол в атаке, показывает Александр Филимонов. Кожемякин направляет мяч, не глядя вперед, Киселев, у него момент, он штрафной пас, Кутуз, 2-0! Кутуз! Вот здесь передача ему была нужна. А вот это, ребята, уже серьезно. Вот это уже хорошая заявочка на победу. И вот слева, конечно. И вот Сычев. Классный момент и очень плотный удар. Вот здесь хорошо на опережении. Можно эту атаку до удара довести. Пилипенко с левой по центру. Сычев мяч отпустил перед собой. Добивания нет. Еще раз Пилипенко в борьбу. Падает, нет нарушений. И сегодня после этого матча мы свяжемся и... Гол! Гол! Есть! Рома в игре! Браво! Пилипенко бил и все-таки с третьей попытки поразил цель. Да, не без доли везения. Да, был небольшой рикошет. 3 минуты, даже уже чуть меньше основного, но в любом случае добавит Александр Филимонов. А вот здесь Бирюков на платке. Передача. Удар Пилипенко, Сычев. Браво! Нет, неправильно. О, великий Сычев, надо говорить в таких случаях. Сычев сейчас команду свою спасает. Нет нарушений правил, разводит руками Кутуз. Бирюков, момент, выход 1-1, из ворот вышел. Швагерев спасает свою команду. И нужно грузить мяч в штрафную уже каким-то образом. Пас в лицевую, прострел, момент. Мяч в штрафную, удар! Есть, 2-2! Мама дорогая, Рома спасается! Рома! Ну ни хрена себе, это вышка, ребята! Это вышка. Все, финальный свисток. Поехали на точки.
Удар с левой ноги. Рома! Финалист этого сезона в Пари Суперлиге.